Интересный, умный, талантливый. Таким увидели Саратов местные фотографы и пригласили убедиться в этом остальных. Целый год они искали в толпе интересные лица и характеры в самых людных местах города. Кто оказался достоин фотопортрета и какие открытия сделали организаторы проекта «Лица города», смотрите в нашем следующем сюжете. Отражает ли внутренний мир певицы Карины ее фотопортрет, здесь можно понять незамедлительно, сличив оригинал и фотографию. На выставочной площадке «Атриум» экспресс «Волга-банка» открылась фотовыставка «Лица города». Саратовские фотографы решили воплотить в жизнь идею немецкого коллеги Маркуса Шварца. Взяли свои фотокамеры и пошли в народ. Мы ходим по улицам, замечаем интересных людей, подходим у них, пытаемся взять интервью. Не все соглашаются, вот, но те, кто соглашается, мы представляем их на сайте. Здесь в бумажной версии проекта 30 фотографий 5 авторов. Спортсмен, актриса, студентка, врач, переводчик. И коротко, что они любят читать и смотреть, чем увлекаются и к чему стремятся. Я диджей, но в то же время занимаюсь творчеством, сам пишу музыку, начинаю писать музыку. Начинающий такой, но большие надежды, подающие, как многие говорят. Надеюсь, все получится. Организаторы выставки – это троица. Саратовские дизайнеры. Год назад они заразили идеей десяток единомышленников и сначала затевали проект для себя. А потом поняли – это можно вкусно подать и для широкой публики. К сожалению, есть такое какое-то мнение, что у нас постоянно что-то не так в нашем городе. То там не в этой сфере не так, это у нас какие-то люди злые или еще что-то. И мы, наверное, захотели развеять вот это вот мнение о том, что у нас закрытые люди. На самом деле нет. Они очень открытые, позитивные. Снимая для проекта «Лица города», фотографы сделали открытие. Люди, колоритные внешне, часто оказываются заурядными личностями, а скромняги, наоборот, поражают яркой биографией. Вот на этого парня Алексея фотограф поначалу не обратил внимания, а зря. А потом в ходе интервью узнаем то, что он, оказывается, путешествует по миру, работает в цирке Солей, то, что он снимается в кино, и то, что сейчас выходит фильм на экраны с его участием. То есть мы были поражены на самом деле, то, что такие люди у нас в городе. Увидеть «Лица города» можно до 12 декабря на выставочной площадке «Экспресс Волга-банка» на улице Мичурина. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.